Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптовалюты хочу поделиться буксом. Называется CoinPod. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Нажимаем «Зарегистрироваться». На почту приходит письмо. Подтверждаем адрес электронной почты. И попадаем в кабинет. Вход по имейлу и паролю. Здесь я работаю уже несколько дней. Значит, и я проверила этот букс, друзья, на вывод. Это мультивалютный букс. Здесь много криптовалюты. Вывод в криптовалюте, а зарабатывать мы будем в долларах USD. Минимальный вывод отсюда 1 цент. Всего лишь цент. Значит, смотрите. CoinPod Multifaucet. 6183 лайткоинов. Я выбрала криптовалюту лайткоин и выводила в лайткоинах. 5 апреля. И вот сумма, если плохо видно. Все замечательно. Можно работать. Минималка набирается быстро. Я минималку набрала 2-3 дня буквально, как-то так. Значит, это домашняя. Вот здесь кликаем. Домашняя страничка. Следующая вкладочка «Вывод». Здесь что у нас? Выбирайте, когда будет 1 цент на балансе, любую криптовалюту. Вывод на FaucetPay, как я уже сказала. Здесь будет отображаться сумма уже по умолчанию ваша. А вот здесь она будет конвертироваться в ту криптовалюту, в которую вы будете выводить. Я выбирала Litecoin. Вот сюда кликайте. Litecoin. Вот, перебросила меня. Сейчас, секундочку. Я выбрала Litecoin. Как бы вот сюда кликнула, видите, он сразу, рамка стала синяя. И вот здесь в USD. В USD будет. И вот будет здесь количество, сколько вот на данный момент у меня вот этих лайткоинов. 614. Ну и адрес у вас здесь уже сохранится. И вкладочка «Вывод». Далее, здесь история. Немножечко подгружает. История вывода. Вот я выводила 1 цент, тут с копейками, 2 дня назад. Все, замечательно платит. Как здесь... А, вкладочка «Рефералы». Вот здесь вкладочка «Рефералы» находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Копируем и делимся. Далее, вот здесь «Earn». Значит, есть кран. Раз в 5 минут можно собирать... На кране, да, зарабатывать. Вот. Вводите капчу, разгадываете антибот и как бы кликаете. Далее здесь, так, фаусет, автофаусет я не лезу. Это нужно для энергии. Шортлинг тоже не собираю. Я только на серфинге сайтов. Здесь в день дают по 20 рекламок. Здесь более чем достаточно. Вот, ну давайте коротенькую посмотрим. 5 секунд. Где у нас? Вот 5 секунд. Кликаете вот на синюю вкладочку Go. Нас перебрасывает. Сейчас. Вот здесь как бы бывает, да, перебрасывает. Но здесь нет такой скрытой рекламы нудной. Я не люблю. Так, ну да. Кликнем. И нас перебрасывают на рекламируемый сайт. Ждем отсчет времени. Здесь даже капчи нет. Кликаем. Нас перебрасывает. И мы возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Сейчас загрузится. И должно появиться окошко. Ага, инвалид капча у меня. Ну вот как я разгадала. Go. Ждем отчет времени. Кликаем.
Возвращаемся. Опять инвалид, капча. Да что-то. Ну что-то я не того. Так, давайте другое посмотрим. Здесь 10 секунд. Меня Бог зацепил, и я решила с вами поделиться. Тем более он платит. Минималка набирается быстро. Здесь вот эта капча, рекапча F3. Видите, здесь не надо ее разгадывать. Здесь, конечно, есть Solvi Media, хак, капча. Ну, я вот оставляю вот такую. Кликаю. Подождем. И все. Вот. Такую сумму в USD мне засчитали. Видим, да? Вот. Вот такой вот бокс. Ну, в принципе, что еще здесь? Здесь рекламить, есть игры, афервал, рекламить свои проекты. Здесь я ничего не делаю, я зарабатываю только на просмотре вот этих вот сайтов. Ну, иногда на кране. Мне особо некогда, друзья, на кране сидеть, так что я просмотрю всю рекламку, как вот обычный бокс. И все. Вот. Опять кликаю. Видите, капчи вот нету, добро. Возвращаюсь. И опять у меня инвалид капча. Ну да ладно, ничего страшного. Вот, кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Будут другие буксы. Вот, каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.